Знаете, что это такое за моей спиною? Это грядущее произведение монументального искусства. Возле нового моста в центре Елизова здесь появится медведица с медвежатами. Медвежья тема в камчатском монументальном искусстве становится все моднее и моднее. Пока что это просто фигуры из металлической сетки, набитые камнями и раствором. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И после пурги я прогуливаюсь по второму городу Камчатского края. Прогуливаюсь, и вдруг наткнулся на вот этот шедевр монументального искусства. Будьте уверены, это после окончания будет украшать собою, своей безвкусицей, своей аляповатостью центр Елизовского района. Медведица с медвежатами. Да и место, надо сказать, выбрано не самым лучшим образом. Потому что даже летом здесь не так много пешеходов. Это лишь бы отметиться, что мы поставили очередной памятник. Снега, снега, снега летят то вниз, то вверх. В кромешной белизне с друзьями разменешься. Деревья белый снег, и крыши белый снег, и белый снег окно, в котором ты смеешься. Деревья белый снег, и крыши белый снег, и белый снег окно, в котором ты смеешься. Я вижу, паренек, не чуя губ своих, любимую зовет, находит и теряет. И белый снег летит и разлучает их, и разлучив на миг, навек соединяет. И белый снег летит и разлучает их, и разлучив на миг, навек соединяет. Придет весенний день, и снег окончит век. Ну а пока зима, как тысячу книг листает. Улыбка белый снег, и радость белый снег, и горе белый снег примчится и растает. Снег спрячет седину и смоет слезы с век, разгладит, как рукой, тропы шероховатость. И солнце белый снег, и звезды белый снег слились, и день, и ночь, забыв чередоваться. И солнце белый снег, и звезды белый снег слились, и день, и ночь, забыв чередоваться. Горбушка, белый снег, и белый снег зола, и белый снег огонь меж хлебом и золою. И небо белый снег, и белый снег земля, и белый, белый снег меж небом и землею. И небо белый снег,
и белый снег, земля, и белый, белый снег, меж небом и землею, и небо, белый снег, и белый снег, земля, и белый, белый снег, меж небом и землею, и небо, белый снег, и белый снег, земля, и белый, белый снег, меж небом и землею. Захотел, ой, я в город прилетел, ой, я ходит осторожно, здесь и заблудиться можно, а-а-ма-ик, запросто можно, а-а-ма-ик, запросто можно, ой, я думал, как же так, люди в городе собак, как олешек выпасают, но совсем не запрягают, а-а-ма-ик, не запрягают, а-а-ма-ик, не запрягают, нужно будет показать, как их в нарту запрягать, побегут собачки дружно, и автобусам не нужно, а-а-ма-ик, вовсе не нужно, а-а-ма-ик, вовсе не нужно, ой, я видит магазин, ой, я ходит вдоль витрин, есть баранина, свинина, нет камчатской оленины, а-а-ма-ик, нету Олежка, а-а-ма-ик, нету Олежка, ой, я песни распевал и в милицию попал. Там твердил он капитану, я веселый, а не пьяный, а-а-ма-ик, просто веселый, а-а-ма-ик, просто веселый, ой-е-ай, я взял кухлянку, но кухлянка наизнанку, здесь зовут ее дубленкой, вертолет не стоит столько, а-а-ма-ик, не стоит столько, а-а-ма-ик, столько, ой, я в тундру улетал, телеграмму оедал, а я в тундре жизнь отрада, город есть, но нам не надо, а-а-ма-ик, нам не надо, а-а-ма-ик, нам не надо. Притянул мое сердце, приковал якорями, рядом с ним не сравнить ни Нью-Йорк, ни Париж с пирамидами сопок, пестрым ситцем болотце, с тундрой белый чист, как намыла на весло. Эту девственность края прадед землепроходец завещал мне хранить всем невзгодам назло.
Садятся циклоны, распускаются розы буйных ветров, каменеют березы обрывистых склонов. Там земли нашей край и форпост моряков, край морей и вулканов, омытый волнами в проблесковых огнях маяков, как магнит притянул мое сердце, приковал якорями, но дышать мне легко, и душа не болит. Притянул мое сердце, приковал якорями, но дышать здесь легко, и душа не болит. Вот так вот после пурги выглядит Елизава. Прогулялись со мной? Умницы, молодцы. А теперь давайте посмотрим немножко видео из разряда «В мире животных». Это видео, которое вы сейчас увидите, продемонстрирует вам взаимодействие моего котеньки Василия с собаченькой Гердой. Смотрите. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится иногда гулять вместе со мною по различным местам Камчатки. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то имейте в виду, что вот здесь, вот в правом нижнем углу экрана, подсказка поможет вам сделать так, чтобы вы никогда не пропускали новые видео на канале. До свидания.